Кто шлет факсы с паролем 20-летней давности? Кого здесь не было 20 лет? Он легенда. Самый уважаемый в мире наемник. Владеет всеми видами оружия. Неуловимый, так его называли. Туман. Дело твоего сына, как ты и просил. Осторожно. Раньше ты спасал чужих сыновей, а это твой. Мы куда? Садись. Я рад, что мы встретились. Если хочешь жить, делай, как я скажу. Покупатель — это тот, кто прикрывается именем Арчи? Да. Надо найти этого самозванца и очистить мое имя. Найдут, прикончат. Итог простой. Вас здесь не было. У агентов есть правила. Никаких связей. Потому что на кону безопасность Франции. Нужно собрать команду. Ложись! Кто это дует мне в шею? Это не смешно! О, как Терминатор! Молоток! Хотите поиграть? Мы поиграем. Под музыку. Я в трусах и на электросамокате! Знаете вам, ублюдки! Жизнь — это как важное задание. Делай все, что можешь, вкладывая все, что есть. Свой узнает своего. Постоянно меняется. Вместе с ним меняемся и мы. Иногда наши дороги расходятся. Но семья всегда собирается вместе. Слышали, вам всем требуется немножко любви? Каких только безумств мы не творили. Мутили самолеты, поезда, танки. Про подводную лодку я вообще молчу. А теперь у нас летающие тачки. Кто он? Джейкоб. Брат Доминика. Давно не виделись, Доминик. Братик. Ты говорил, что нельзя отворачиваться от семьи. Но от меня ты отвернулся. Теперь судьба твоей семейки в моих руках. Что бы ни случилось, мы с тобой. У него армия наемников, нам потребуется помощь. Не может быть. Ну и как мы это провернем? Быстро. Возможно, момент не самый подходящий, но я не умею водить. Брат против брата. Как это драматично. Но сможешь ли ты его убить? Ты не дернешь ручник, дорогуша? Выкручивай на полную. Обожаю эти магнитики. Как же я соскучился. Что за брони хрень на колесах? Держите! Да! Всю свою жизнь я провел в твоей тени. А теперь... Остаток своих дней... Ты проведешь в моей. Посмотрим.
«Форсаж 9». Серьезно? Изолента? Ты как будто ремонтом заняться решил. Нажимай! Нет, так! Я не хочу умирать! Так что вы здесь делаете? По одной легенде, в джунглях Амазонки есть дерево, способное вылечить любую болезнь. Однако, попав в дурные руки, оно может навлечь ужасное зло. Я убеждена, что легенда правдива. Очень зря. Я найду его. Конечно. И вот тогда ты представь, сколько жизней можно спасти. Я искал это дерево дольше, чем кто-либо. Прочесал все деревни, все острова. Тщетно. Ты ищешь то, чего не найти. Но у тебя не было ключа. Может, ограничимся туризмом? Слонов посмотрим. На Амазонке нет слонов, и они мне даже не нравятся. Слушай, всем нравятся слоны. Что главное знать о джунглях? Все, что вы видите, хочет вас убить. И может. Спокойно, они чуют страх. Я не боюсь тебя. Господи. Кому нужна подлодка на Амазонке? Огонь! Энфред, ты куда? Прощай. Хватайся. Держись! Зацепился? Сейчас. Ну же! Зацепился. Отцепился. Хватит, оставь меня в покое, это какой-то кошмар. Вышло слегка не по плану. Мне надо обменять пару книг. Идем. Ты дочь Скарлетт. Как твоя мама? Мы не виделись 15 лет. Подберем тебе хорошую книгу. Тебе нужна Джейн Остин. Вирджиния Вулф. И Агата Кристи. Почитать. Сэм, нужны твои таланты. Нас кто-то обокрал. Какой псих будет воровать у фирмы? Дело сделано. План изменился. У них 8-летняя девочка. Я должна ее спасти. Сэм, зря ты их убила. Теперь ты сама по себе. Нас ищут очень плохие люди. Нужно укрытие. Привет, мам. Я стала бабушкой? Боже, нет. Дамы, кажется, я вижу призрака. Нам нужно оружие. Убейте их. Я покажу вам настоящую боль. Теперь это война. Я немного пошумлю. Ну, и какой план? Я вызвала Uber. Ты шутишь, что ли? Нет. О, неудачно вышло. Когда закончу с ними, я приду за тобой. Я так тобой горжусь. Если с кем и убивать людей, то только с тобой. Спасибо, мам. Пороховой коктейль. Ты серийная убийца? Что? Ты убиваешь людей. Да. И убила больше одного, значит, серийная. Все немного сложней. Эрик Уолсон, с прибытием на Вавриги! Каким ветром к нам в тропики? Год назад мы с моим женихом отменили свадьбу. О. Узнала, что на тропический остров нужна певица, решила, почему нет? Ну что ж. Калеб. Я Эрика.
Вы сюда на отдых, в отпуск? У брата тут свадьба. А, вот и жених с невестой. Эрика? Эрика! Невеста Джейсона. Глазам не верю, ты женишься. Если Беверли узнает о нашей помолвке, будет куча проблем. Кто знал, что он заявится на Маврикий, чтобы жениться? Мне велено петь на их свадьбе. Взглянешь в лицо своим дедам. Хорошо. Думаешь, хорошая идея? Ладно, курорт большой, так что затеряемся. Привет! Идем найдем Джейсона. Про свадебную песню. Как насчет Irreplaceable? Поет Бейонсе. Так она, кажется, про разлуку. Думаешь, что Джейсон – любовь всей твоей жизни? Мы были вместе 4,5 года. Такие чувства в момент не гаснут. Думаешь, я ушел, потому что выбрал не тебе, а работу? На самом деле, был тебе не нужен. Я думала, все прошло. Как бы не так. Что ты творишь? Подумай. Раз он отменил одну свадьбу. Ну да, твою. Эрика, тебе нужен кто-то? Для кого? Ты будешь единственной. Надо поспать. Надо. И это не Джейсон. Спокойной. А ты бы так и мучилась? Молчала? Нет слов. Тебе нужен свет и свежий воздух. It's just for now. There's the weight of the world on my shoulders. But I know somehow. Мама! At the end of the day, it'll ты скучаешь по маме? The earth under my feet. Ты чувствуешь это? А вот так? Вот так чувствуешь? Нет. Мне нужно дать имя. Пингвин. Нам с мальчиками очень тяжело. Это вам тяжело? Да, всем нам, Сэм. Но ты, это до сих пор ты. Неправда. Правда, это ты. Мама. Эпика! Yeah!